Серьезная авария произошла сегодня утром на 11-м километре автодороги Цивильск-Ульяновск в районе деревни Новая Сурбеева. Девушка, управлявшая автомобилем Volkswagen Passat, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с газелью. В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Его пассажиры, мужчина, который сидел рядом, и двое девочек 2008 и 2014 годов рождения, а также водитель грузовой газели, доставлены в лечебное учреждение с телесным повреждением. С начала года на территории Чувашии зарегистрировано 642 ДТП, в которых 65 человек погибло и 840 получили ранения. Погибли 4 ребенка. Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не игнорировать требования дорожных знаков и разметки, пристегиваться ремнем безопасности и ни при каких условиях не садиться за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.